Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и, как все вы знаете, у меня канал исключительно честного мнения по поводу всего, что в игре происходит. Я абсолютно честно рассказываю по поводу игровых событий, рассказываю про танки, ничего не расхваливаю, ни в коем случае никогда не рекомендую кому-либо что-либо покупать за голду или уж тем более за реальные деньги, что потенциально может расстроить любого игрока, который смотрит мои видео. Поэтому, если вы за честность автора на его канале, обязательно подписывайтесь на этот канал, поверьте, здесь вас никто никогда не обманет, но я думаю, ребята, которые не первый раз меня смотрят, могут это подтвердить в комментариях своими короткими сообщениями по данной теме. Как все вы знаете, сейчас в игре есть вот такая вот рулеточка на мистические контейнеры. И если раньше мнение в отношении контейнеров мистических расходилось, но не настолько биполярно, или как это правильно называется, когда все больше и больше расстояние между мнениями организовывается, то на сегодняшний день эта пропасть просто огромная. Но вот только количество тех ребят, которые говорят о том, что мистики до сих пор хорошие, становится все меньше и меньше. И, по крайней мере, у меня на канале под моими видео все больше и больше комментариев от игроков, ну и, соответственно, от зрителей, которые пишут по поводу того, что мистики, ну, прям совсем невыгодные стали. Сейчас попытаюсь показать вам реплей, который мне прислал один из моих зрителей. Алексей, спасибо тебе большое за присланный реплейчик. Ну и сами судите, насколько данная рулетка выгодная, ну и что конкретно игрок получил по результатам. Thank you.
Ну что ж, друзья мои, вот такой вот прокрут рулетки получился у Алексея. Алексей, спасибо большое за присланное видео. В итоге получилось так, что затрачено суммарно было из копилки изначально на прокрут всей рулетки 18 тысяч, как она того и стоит. Суммарно было возвращено часть голды, была получена одна лишь девятка из мистического сертификата. Из контейнеров ни одного мистического сертификата не выпало. К сожалению, Алексея девятка данная у него в коллекции была, и он получил компенсацию за данную машину. В итоге все это удовольствие ему обошлось в 14 тысяч золота. Почему так? Потому что на момент начала открытия рулетки у него было на счету 20 700, ну а на финише осталось в копилке 6 715. Вот такая вот, ребят, математика получается. Ничего не буду сейчас комментировать, не буду говорить ничего по данному открытию рулетки и открытию контейнеров. Пишите свое мнение в комментариях, я обязательно их почитаю. Я думаю, что это полезно будет как мне, так и другим зрителям, которые будут смотреть данное видео, ну или будут думать по поводу того, а стоит ли психануть и слить полностью всю свою золотую копилку на вскрытие данной рулетки. Если вам повезло больше, чем Алексею, то уж тем более пишите об этом в комментариях, потому что ваше мнение тоже важно и является противоресом мнению тех ребят, которые считают, что мистики существенно изменились и из них падает все меньше и меньше. Оставляю все на ваше рассуждение, ну и, соответственно, жду вашего мнения в комментариях. Побежал снимать специально для вас, а вы, друзья, подписывайтесь на канал, если вы за честность и хотите слышать все только честно и максимально правдиво по поводу всего, что происходит в нашей игре. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.